Пане Романе, з чого хочете розпочати? З аеродрому Мачулищі чи з того, що відбувається у Придністров'ї? Бо і та тема, і та сьогодні на слуху, але треба і про фронти поговорити. Они немножко между собой связаны, и Мачулищи, и Приднестровье. Так как как раз Лукашенко начал подсвечивать эту тему Приднестровья, ему, видать, запекло. Запекло тем, что он прекрасно понимает, если нас, украинское военно-политическое руководство, попросит уже военно-политическое руководство Молдовы решить вопрос по Приднестровью, мы это сделаем где-то за неделю, и очень плохо будет выглядеть Лукашенко, особенно в гостях у Си Цзиньпиня, когда будут понимать, что такое так, оказывается, можно решать вопрос. Потому здесь взаимосвязанные вещи, ну, по крайней мере, информационно, как минимум. В Мачулищах отработали белорусские партизаны. Очень хорошо, грамотно подготовленная операция и выполненная. Зашли, отработали, ушли, зайдя в эту линию определенную в районе аэродрома. То есть и повредили самолет. Повредили так, что он, наверное, летать уже в этой зоне не будет, так как восстановить его очень сложно. Скорее всего, его пустят на запчасти уже для остальных самолетов, которые еще есть. Работа на 5 баллов, еще раз повторюсь, молодцы белорусские партизаны. Достойные продолжатели партизанского дела белорусов, которые воевали во Второй мировой войне. Пане Романе, тобто ви кажете, що це була наземна операція? Це точно наземна операція, тобто це працювала група, так як пройти нашим, допустим, безпілотникам до Білорусі невозможно зайти в поле аеродрома. Білоруси, ну, вірні, окупаційний режим білоруський, вони розположили в районі аеродрома дуже мощні системи противовоздушної оборони, вони прикриті. Кстати, российские аэродромы так не прикрыты, как аэродромы Белоруссии. Там и С-400, Триумф, там панцири, буки, то есть многоэшелонированная система обороны. Потому ни один наш беспилотник туда бы не дошел. Он просто бы не прошел систему ПВО. То есть это однозначно работала группа, которая определенными средствами поражения, уже какими это вопрос к этой группе, ну, примерно взрывчатки где-то по 5-7 килограмм, то есть это, в принципе, мог быть любой типа, допустим, того же Switchblade, типа, еще раз повторю, не Switchblade, а типа Switchblade, либо какой-то из беспилотников, который не видит, то есть не скоростной доплеровский эффект не срабатывал на системах зенитно-ракетных комплексов, они не видели перемещения его и как цель не восприняли. То есть это правильно, я говорю еще раз, очень хороший, правильно, грамотно спланированная операция белорусскими партизанами или какими-то партизанами, потому что тут вопрос в планировании и выполнении, но это не важно. То есть однозначно наземная операция, которая была выполнена на отлично. Ну, принаймні, білоруські партизани взяли на себе відповідальність за те, що відбулося на цьому литовищі. Кажуть, вони вже знаходяться за межами країни. Але про цей літак-розвідник А-50, модифікація У, про нього пишуть, що це повітряний крейсер «Москва». Про те, що в Росії з модифікацією У їх тільки 6, а такого типу загалом 9. Наскільки це боляче для Росії? Такого уровня самолетов у них просто больше не будет. Они их уже построить не смогут. Они находятся под санкциями. Это самолеты старые советские, которые были модернизированы из Ил-76 до уровня летающего командного пункта с несколькими локаторами. Там как минимум два локатора, могут стать и больше. Общее количество в зависимости от задач, но уже не поставят, так как под жесткими санкциями, то есть элементной базы у россиян нет, они их точно уже не восстановят, потому это примерно как те же Ту-95, это уже конечные цифры, их действительно было всего около 9 штук, но не факт, что они все летают, то есть есть определенные механизмы уже по
выработки часов авиатехники и просто их воспроизводить уже не могут, потому могут только разбирать один самолет для того, чтобы скомплектовать другие. То есть самолеты уже используются в режиме запчастей. Вот примерно этот самолет также будет, его не будут восстанавливать, скорее всего, его также будут использовать в качестве запчастей. Если вообще куда-то перегонят, там еще большой вопрос, он вообще в воздух подымется или не подымется. Командный пункт, летающий командный пункт. Это, ну, с Москвой вряд ли можно его сравнивать с крейсером «Москва», так как здесь у него просто локаторы и определенная система взаимоотношений в воздухе с истребителями и носителями определенных средств поражения. В основном, от які задачі він виконував, коли взлітав, зокрема по Україні? Взлет такого рода командного пункта, первое, он срисовывал, у него локаторы на глубину до 600 километров видели наше воздушное пространство и наземную обстановку. Он срисовывал, где, на каком аэродроме, сколько находится самолетов, где включаются локаторы, где находятся локаторы. То есть систему противовоздушной обороны срисовывал и срисовывал определенный алгоритм ее включения и выключения. В это время вместе с этими самолетами взлетали, если вы помните, МиГ-31. Да. Для подсветки, да. И вот на эти МиГи нам приходилось включать систему, нашу систему ПВО, именно на эти МиГи, а он просто срисовывал эту систему противовоздушной обороны, причем понимая, что мы постоянно меняем дислокацию, они пытались предугадать определенный алгоритм перемещения систем ПВО. У нас же не сплошная система, то есть мы не полностью закрываем ПВО, не закрывает Украину. Есть определенные очаговые моменты, связанные с количеством, с недостаточностью количества зенитно-ракетных комплексов. И вот между ЗРК, между локаторами не пытались протиснуться ракетами или шахедами. То есть, выбирая маршрут полета ракеты, вот они как раз пытались срисовать. И вот вся задача, которая выполнялась этим самолетом, то есть они срисовывали вот эти точки, дальше расшифровывали информацию. Не в онлайне у них не получается этого. В течение суток они расшифровывали расположение наших локаторов и дальше давали определенные, во-первых, карту рисовали расположение и самолетов, и аэродромов работающих, и локаторов. А дальше по этой карте уже инженера, авиационщики, которые вооруженники российские, которые прокладывали уже сам маршрут полета ракеты и вкладывали в мозги ракеты этот маршрут. То есть вот такая вспомогательная роль, но она очень важная. Без нее сейчас у россиян, у ракетчиков, ну не у ракетчиков, а у авиационных служб вооружения, у них сейчас будет большая проблема у прокладки маршрутов. То есть они будут уже тыкаться, как слепые котята, идти на определенные риски поражения нашими системами зенитно-ракетных комплексов. Но вырубили мы практически, можно сказать, белорусские партизаны выключили глаза россиян. Тобто ставим плюс белорусским партизанам за цю бавовну. Большой и красный, большой и красный.